Жительница Самары Лидия Петько на избирательный участок пришла одной из первых. Несмотря на хорошую погоду, она решила отложить все дела и отправилась выполнять свой гражданский долг. Вот парк подождет, и все другие дела тоже. А сегодня очень важный день для промышленного района. И я, как житель 10-го микрорайона, пришла проголосовать за кандидата, которого я выбрала. В выходные в областном центре выбирали депутата Совета депутатов по промышленному району. Проголосовать избиратели могли в субботу и в воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. К тем, кто не смог прийти на участок, члены избиркома приходили домой. Народ идет, люди заинтересованы в выборах и, скажем так, они знают о выборах и очень хотят отдать свой голос за соответствующего депутата. Было сложение полномочий одного из депутатов, скажем так, в связи с переходом на другую работу, и поэтому потребовались дополнительные выборы. В целом, по оценкам наблюдателей, выборы прошли ровно и честно. Жалоб ни от кандидатов, ни от избирателей нет. Позиция избирателей была определена. Победил кандидат от «Единой России», у него 70 с лишним процентов. Это тот показатель, который можно назвать неоспоримым с точки зрения претензий возможных. Условия для голосования были прекрасные. И понравилось то, что активность наблюдателей была высокая. Там были партийные представители от кандидатов, были лица, которые выполняют функции доверенного лица, у них тоже есть свои права. Избирательная комиссия полноценная, она сформирована из людей, которые знают свое дело. К сожалению, не бывает часто так без каких-либо неожиданностей. Был и факт незаконной агитации, лицо, которое агитировало, по сути дела, в пользу одного из кандидатов. Он задержан, доставлен был в правоохранительные органы. За незаконную агитацию задержан секретарь первичного отделения КПРФ, председатель информационного комитета Ленинского райкома КПРФ. По итогам голосования депутатский мандат получит Дмитрий Пикулык, который набрал почти 70% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали 16% избирателей. Самовыдвиженцу граждане отдали 11% голосов. Светлана Тимофеева, Петр Паламеев, Григорий Плешаков. События.